Это картина. Это башня. Я вам отдельно потом пришлю вместе с литературой. Есть у нас мечеть в этом селе. Это одно из самых старых таких построений. В 1908 году построенная мечеть. И я ее поддерживаю, и мы ее сегодня вот тоже отреставрировали. И мне было очень интересно слышать работу ваших коллег. Я для себя очень многое подчеркиваю. Масджид Карьят Нурмин, санат 1908. فنحن كمان نقوم بإعادة بناء بترميمات في هذا المسجد. Наше самое большое богатство у всех у нас, что у нас есть один Отец Небесный. Yani и мы гордимся тем, что он нас сегодня собрал и есть возможность общаться. Президент республики также преподнес Абдул-Фатаху Салиху сувенирное издание о жизни республики и памятные подарки.